Вот 9 мая сегодня, 2022 года. Я тут один. Володя вчера приезжал, Пащенко Владимир, с Николаем Кузьминым. Ну, ехали, кое-что привезли. Вот. Галина принесла мне, Жигуляева, морковку. По одной морковке, большая морковка. Мелко, на мелко точу. По одной морковке. Что на завтрак, а тоже, что и в обед и ужин. Вот здесь у меня что растет, сейчас особенно нет. Это лук свой, который был. Теперь перу его, репей, ревень, лопух. Ну, как репей, листья свежие. И одуванчик. И с этим, с луком, вот эту вот луковку, мелко режу и все. Сам сварил себе тут горбушу, положил туда копченую горбушу. Это отдельная она. И тут все насыпал. И картошки сюда начистил. Такие вот, как, это примерно хорошая картошка, мелко нарезал. Вермишель. Овсянка. Овсянка, вот она, геркулес называется. Геркулес. И кажется, рожки тут что тут есть. И вот суп сварил себе и кошкам. Мне привезли подарок от Ирины. Вот банки сливок. Видите, она как сливки-то какие. Ее хоть как переворачиваю, она никуда не выпадает. Ну, твердая. Вот она. Вот банку молока прислали. Хотел рассчитать, ни под каким видом не взяли. Вот Володя привез березовки, березовый сок. Ну, везде растительное масло добавляем. Вот, и пирог вот тоже привезли, не знаю от кого, сам не стряпал. С картофель не похоже. Ну, как всегда, сначала вот фросфоры. Вот, почему не болеете? Потому что я смотрю, отдельная кружка у меня священная вода. А, да. Вот. То, что я показал. Ну, то потом всегда я заканчиваю вот так. Это мед. Свои пасеки у нас там Шерстобитов Геннадий Павлович, соседнего вот, 3-литровая банка, 1200 рублей, кажется. Это мне хватает еще зимы, я помаленьку беру. А если нужно, то варенье. Варенье вот стоит свое, Володя тут делал. Малиновое, смородиновое, коренда есть такая, по лесополосам растет, и черноплодная рябина. То есть несколько-несколько этих, тогда понемножку всего. И отдельно сухари, если не хватает всего. Вот у меня 2 пакета сухарей на сухим. Для этого и все. Если так-то посмотреть, так не каждый поверит, что в это время плохо живем. Вот оно что. Люди чем говорят? А я не забочусь ни о чем. Совершенно. Вот откуда Господь все дает и... А, на чужбинку нет. На чужбинку ничего. Наши ребята помогали там. Корова развалили, все, они берут отсюда материал, тащат, двери вставляют. И она решила им там дать что-то, не знаю, там смородины. О, дармоеды, дармоеды. Трое, четверо в день работали. Даже, ну, не стали есть, говорят, с собой, ладно, возьмем, уж раздает. Вот я все показываю, для чего, чтобы... Ну, сегодня у нас молочный день, нужен. Видишь, отдельно творог, это Ирина прислала, молоко. Сливки. И сливки-то это не просто сливки. Ну вот я посередине сейчас ложку ставил, вот поставил, вот она, ложка стоит. Молоко там, ее смотреть, она как сметана. Ну и заваренный здесь свой чай. А заварен как? Корень солодки. Это здесь был, Володя взял с собой. Корень солодки. Я набрал один раз несколько мешков солодки. Кто бы ни приезжал, всем даем. Приехали, черноплодки набрали по полному ведру 13-литровую. Вот так. Ну, время уже поздновато. Я сегодня ходил, пока съемку вел, как солнце восходит. Тут еще кое-что есть. И при том, повторяю, во что мне это обошлось? Нуль. Ни рубля. Ни за что. Где-то, что-то, как-то. И вот так вот идет. Я в магазине не был лет 35 или 40. А чего есть? Вот помогает детский лагерь у нас, а там что-то остается, я на обслугу всегда все это даешь. У нас все есть. И за всех людей молимся, благодарим Бога. Вот нам всегда благословение дает вот митрополит Сергий Иванников.
Господь его послал. Мы верим, что он от Бога. От Бога. Так вот. Ну и слава Христу. Кормим. У меня вот было лет 3 назад снимал 11 кошек. Кошек. Своих здесь. Вот они сидят. Это пока они не нужны, мяргают. Черная там с ней сидит. У Надежды Васильевны там синька, синеглазая. Ну и такие, которых зиму кормили, тоже отдельно кошкам даю. Вот что в обед. Понемножку всего. А что не толстые, вы меня это легко можете увидеть, что в самом деле нам это полезно. Вот так. Сейчас я даже покажу, если кто не знает, кто мы тут такие. Вот так. Вот я. Это 10 июня. Сегодня 9 мая. 10. Мне будет 83 года. Вот, пожалуйста, я покажу. Рост 1,70 м. Теперь уже не 2, наверное, 71. Ну, примерно 65 килограммов весу. Вот. Еще нигде нету. Я как на подиуме показываю. Всегда работаю сам. Вот сегодня только уже раза 4 слазил на крышу голубятню по разным причинам. Как голубка, там есть голубь один дозалетел новый. Своего не дождался. И встал в 3 часа ночи. У нас молитва с 5 начинается. 2 часа на разгребание почты, пока всем ответил. Новых людей несколько пришло. Это я со съемкой идет, здесь показываю. Надо Бога славить, никогда не роптать. Особенно бояться, когда... Ну, чтобы заинтересовать человека, а кто ты такой? А как дела? Каждый спрашивает, как дела? Ну, какие дела первый раз ты меня видишь? Ты дела начинаешь рассказывать, а чего вы хвалитесь? Почему? Потому что то, что мы делаем, никто не делает. А что это вы делаете? Вот такая комната, а что вы где-то в сарае живете? Это одна комната такая, на, может быть, на всю Европу и Азию. Я рассказываю происхождение ее, и сразу все замолкают. Вот так. Показать надо определенно, чем мы занимаемся с утра. Вот сегодня я уже в 2 местах съемку вел только. Пошел восход солнца, подкараулил здесь через ветки, но... Ну, все равно. Отвечать каждому как. Новые люди пришли сегодня. Мусульманами с 3 побеседовал. Ну, время-то уже к 8 подошло. И... Вот так. Благодарение Богу. Слава Христу. Не знаешь, как правильно показать. А то у меня стол, вот я где сижу, закрытый пипетом, клавиатура. Вот я его убрал в ящик, чтобы удобно было ставить. Видите, какой стационар. Стационар. А это процессор. Вот он рядом стоит. Вот. Тут везде у нас надписи. Изображение. Изображение Сикстинская Мадонна. Это у нас и в трапезной есть. Ну, а дальше там Игнатий Богоносец, его львы бросились на него. Епископ Антиохии. Считается по преданию, это ребенок, которого держал на руках Христос. Вот показать как. Вот сейчас я только кнопку нажму, и сразу увидим, что на улице делается. Наружное наблюдение. Почему? Здесь церковь, остаются люди. Вот теперь я переключил. Вот теперь все видно где. Вот это на дверь, которая выходить. Вот зеленая. Это рядом мои сестры живут. Надежда Васильевна. Вот. Это в храм заходить. Вот оно как. Вот это туда идти дорога. Это на голубятню туда лазить. А это выход в город. Вот она калитка и дорога, где есть. А это уже... Вот это прямо вдоль уже по дороге. Вот хороший асфальт идут. А это с обратной стороны церковь, видать. 6 глазков смотрит. Это же интересно. Раз кто-то звонит, и раз только чакнул, и на той стороне. Вот я сейчас только опять раз и перевел в студии. Здесь у меня книги. Все такое отличное. Телефон, стационар. Телефон такой, я не гоняюсь там за разными, у меня ничего нету. Никому не звоню, никогда, в течение года ни разу, кажется, не звонил. А вот телефон, это достала Елена Александровна Гладыщук. Ну, я не думаю, не больше 300 заплатила она. Рублей. Все,
Вот дорогу. Вот какие надписи везде. Тайно ничего не делается, все открыто. На улице везде, это у нас и в трапезной, и в храм заходишь, везде написано, идет видеозапись для интернета. Все. Все есть. Благодарим Бога. За все благодарим.